Одной из площадок форума «Нефтяная столица» стала специализированная выставка «Инновации и развитие 2023». Экспозицию посетила губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск. На ней представлены технологические разработки, проекты, технологии с улучшенными характеристиками, энергосберегающие технологии и оборудование. От систем управления беспилотниками, которые используют для доставки малогабаритных грузов, до технологий выращивания ягод и трав. А Музей геологии нефти и газа представил на выставке стенд, рассказывающий об истории Березовского месторождения, первого месторождения газа в Западной Сибири, со дня открытия которого прошло 70 лет. Этой дате и посвятили 6-й по счету форум. Кроме того, гости выставки смогли увидеть продолжение книги «Атлас нефти». Сейчас из этой серии выходит вторая книга под названием «Атлас газа». В двух словах, если здесь были партнеры, 40 партнеров из России, то в новой книге 75 партнеров из 7 стран мира. Это СНГ. Россия совместно с партнерами СНГ. Более 100 авторов. Эту книгу мы презентуем через несколько недель. Кто, если не мы? Очень правильно. Спасибо. Да.